что дает обучение в акселераторе решение многих своих вопросов. Здравствуйте, меня зовут Гузель Абдулова. Я руководитель онлайн-школы «Супермозг». Курсы по развитию памяти и скорочтения для детей и взрослых. У меня были попытки создать дистанционные курсы, и была даже у школы своя собственная платформа. Но не было понимания, как, во-первых, выстроить систему обучения. Когда я услышала предложение акселератора, что там как раз обучают, как масштабироваться, как автоматизироваться, как, каким образом подключить геймификацию, чтобы мы могли лучше работать с учениками и давать им лучший результат. Что дает обучение в акселераторе? Здесь как раз идет понимание, как выстроить взаимодействие с учениками, которые обучаются онлайн. В акселераторе как раз я увидела такие инструменты, механизмы, которые помогают людей вовлекать все время и удерживать. В течение года мотивировать людей на постоянное развитие, на изменение своей жизни. Я считаю, что это очень большой шаг вперед, такой большой прогресс. Вот в акселераторе очень удобно дают как раз схему, что такое автоворонки, что такое вебинары, как их проводить, каким образом там выстраивать взаимоотношения со своими учениками, как продвигать свою школу. Когда выстроены все автоматические процессы, то можно уже получить вот ту свободу, о которой многие мечтают. А что для меня акселератор? Это сообщество, где люди соединяются, объединяются единой целью, целью дать ценность, полезность большинству людей. Это поддержка, ну и еще и это партнерство, потому что я нашла действительно в акселераторе многих людей, с которыми у нас сейчас идут совместные проекты. Я очень рада, что познакомилась с Дмитрием Юрченко, с Сергеем Капустиным. Их подход к работе, ответы на вопросы. У Сергея очень здорово учиться именно управлению, системности. Дмитрий сам говорит о том, что он работает с душой, от сердца, и это очень чувствуется, чувствуют все, кто находится в акселераторе. Онлайн-образование плюс дает возможность донести эту информацию до тех регионов, которые не имеют таких специалистов. У нас средний чек на обучение идет, это 120 тысяч рублей. Первый поток мы запустили в ноябре, 12 учеников. Сейчас уже прошло в онлайн обучении более 50 человек. Готовы меняться? Готовы менять мир? Приходите в Аксель, создавайте свою онлайн-школу, передавайте знания. До встречи!